Catch me if I fall. Друзья, привет! Сейчас конец июля, Apple выпустила четвертую бета-версию своих новых операционных систем. Это и для macOS, и для iOS, и, конечно же, для часов. И что изменилось? На самом деле ничего не поменялось в новой бета-версии, однако Apple привнесли больше стабильности. Это самое главное, потому что раньше были проблемы небольшие с виджетами, они не прогружались, постоянно висели в каком-то грузящемся состоянии, сейчас все ок. Также была проблема с тем, чтобы поймать как раз-таки нужную нам тренировку путем даже свайпа по экрану, либо же вращением Digital Crown, она постоянно как-то слишком жестко перескакивала, сейчас же они все это поправили, и теперь все максимально классно, в стиле Apple, все работает, все здорово. Самое главное для меня, что теперь в четвертой бета-версии watchOS 10 наконец-то нормально поддерживается мой измеритель мощности на велосипеде. У меня, напомню, китайский X-Carry. Ну, на AliExpress они есть. На самом деле это недорогой измеритель мощности. Сейчас он стоит порядка, наверное, 16-18 тысяч рублей на Altegro. Но довольно-таки качественный. Итак, вот. В предыдущих бета-версиях он у меня определялся. Bluetooth как раз-таки в часах его находил, однако не появлялось в меню тренировки, не появлялось вот этот вот самый экран с мощностью, то есть все было, кроме мощности. И это было на самом деле печально и создавалось некоторое расстройство. Я уже думал, неужели китайские измерители мощности обделят и они не будут коннектиться по-нормальному с Apple Watch. Однако нет, сейчас вышла четвертая бета-версия и вуаля, все здорово. Появляются экраны с мощностью, появляется каденс. И я могу этот режим теперь использовать на часах при небольших поездках, например, там по району, в магазин, чтобы не подключать нагрудный пульсометр, не доставать свой большой комп, просто в часах взял велик, сразу подключился измеритель мощности. Прикольно, здорово, пусть будет вся статистика. Понятное дело, что в поездках в магазины по району толку от нее нет, но пусть будет, это все равно очень здорово. В предыдущем видео я как раз таки говорил, что чем ближе мы к моменту полноценного релиза watchOS 10, тем больше Apple будет допиливать все функции и как раз таки все будет максимально появляться, то что запланировано. Но, к сожалению, пока что главный минус экосистемы Apple и также watchOS так и остается. Например, мы берем Garmin, там есть глэнсы, которые сразу нам показывают наше физическое состояние, наше восстановление, наш HRV за ночь, то есть вариабельность сердечного ритма, ЧСС покоя. И на самом деле, походив несколько дней с часами, получив определенную статистику, мы можем сразу с главного экрана фактически оценить физическую составляющую. То есть мы видим, готовы мы к тренировкам, либо не готовы. Кстати, параметр HRV, вариабельность сердечного ритма, очень хорошо показывает вообще уровень стресса. И я, по крайней мере, по себе замечаю, что когда постоянно, допустим, там неделю, полторы-две ношу Garmin, я четко ощущаю, что, допустим, вот в этот день мне нужно сделать легкую тренировку, смотрю на параметр HRV, у меня вариабельность сердечного ритма низкая, и часы это действительно показывают. И на самом деле не все люди могут адекватно оценивать свое физическое состояние, чтобы понимать, какую тренировку делать, то есть нужно ли отдохнуть. В экосистеме Apple на самом деле этот параметр реализован плохо, потому что мы видим, у нас есть HRV, у нас есть ЧСС покоя, у нас есть очень многие показатели, которые Apple Watch так или иначе собирают и пересылают в приложение здоровья. Мы это все видим, однако нам тяжело это оценивать. Во-первых, потому что само приложение здоровья не дает абсолютно никаких рекомендаций и не делает никаких выводов. То есть мы получаем наши данные вариабельность сердечного ритма. Что с ними делать? Garmin же предупреждает, допустим, мы поносили часы 2 недели, у нас сформирован определенный промежуток вариабельности сердечного ритма, который для нас как бы является нормальным для каждого конкретного человека, и если он
у нас переходит в определенные пределы, либо очень мало, либо очень много, то часы нас предупреждают о том, что, братан, ну-ка передохни немножечко. Это здорово, это классно. Также по поводу ЧСС покоя, то есть когда у нас ЧСС покоя высокая, мы видим, что мы плохо поспали, допустим, не совсем отдохнули, наш параметр восстановления за ночь, он получился плохим, и часы говорят, сделайте сегодня легкую тренировку, либо устройте день отдыха. Apple Watch, к сожалению, таких рекомендаций не дает, и нужно самому отслеживать как раз-таки и ЧСС покоя, и вариабельность сердечного ритма, и то, допустим, какие фазы сна определили часы. Хотя это может быть не совсем точно, но все равно определенную информацию дает. Если человек понимает, что каждый из этих параметров обозначает, то как раз-таки он может это все оценить, уже имея просто голые данные. Но в основном Apple Watch пользуются как раз-таки начинающие спортсмены, которые не в курсе даже большинство из них, что такое HRV. И им интерпретировать как раз-таки эти данные порой очень и очень тяжело. И Apple, понятное дело, для чего это все делает, чтобы были какие-то сторонние приложения продавались или пользовались подпиской. Ну, вот в таком мире мы живем, к сожалению. В этом плане профессиональные, так скажем, спортивные часы, такие как Garmin, Sunto, Coros, Polar, они дают просто так, но из коробки всеобъемлющую информацию. Apple Watch как раз-таки вот именно в этом плане еще работать и работать. Но я думаю, как Apple развивали как раз-таки в течение этого года свою спортивную именно составляющую на часах, возможно, что в скором времени, через полгодика, годик, мы увидим как раз-таки все эти вещи, о которых я говорю, и они будут реализованы непосредственно на iPhone и в Apple Watch, чтобы не нужно было скрупулезно сидеть, все просматривать, а достаточно было бросить беглый взгляд просто на часы, либо на менюшке приложения здоровья и как раз-таки оценить свое физическое состояние. А я, друзья, был рад с вами поделиться новой информацией и своими мыслями относительно того, в каком направлении я бы хотел видеть как раз-таки развитие Apple Watch, потому что, ну, блин, на самом деле часы-то классные, часы классные. Хоть многие со мной спорят о том, что если вы занимаетесь спортом, обязательно нужно брать Garmin, Sunto, Coros, Polar, Amazfit, но нет, на самом деле главное – это желание, а часы – это уже вторично. И я, конечно же, так как человек, который пробует очень много различных часов, потому что мне это интересно, и я хочу как раз-таки доносить до вас всю эту информацию о том, стоит ли, можно ли пользоваться определенными брендами, что из них лучше. И я надеюсь, что такие видео на самом деле полезны, и буду ждать от вас комментариев. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пока!